Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю порисовать со мной гуашью. Будем использовать пузырчатую пленку. Рисовать мы будем березы в осеннем лесу. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится гуашь, пузырчатая пленка, плотный картон. Основанием нашей поделки будет плотный лист бумаги светло-голубого цвета. Теперь берем пузырчатую пленочку и вырезаем крону дерева. Далее берем кисточку, макаем ее в гуашь оранжевого цвета и наносим на пленку. Далее кисточку макаем в гуашь зеленого цвета и наносим на пленку. Теперь кисточку макаем в гуашь желтого цвета и наносим на пленку. Далее берем кисточку, макаем в гуашь белого цвета и рисуем ствол березы. Далее берем кисточку, макаем в гуашь черного цвета и рисуем чечевички. Далее рисуем птичек. Закончили мы рисовать нашу картину. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!